российскую столицу с сегодняшнего дня надежно охраняет еще одна мощная зенитная ракетная система. С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство в подмосковной электростали. Новый полковой комплект прибыл на место постоянной дислокации с астраханского полигона «Капустин-Яр», где проходили опытные стрельбы. Испытания признаны успешными. Теперь в составе соединений ПВО, обеспечивающих безопасность Москвы и Центрального промышленного района, в общей сложности 4 зенитных ракетных полка, укомплектованных «Триумфами». Как сообщает Минобороны, до конца года в рамках переоснащения воздушно-космических сил на вооружение поступит еще один С-400.